Друзья, всем привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Сегодня 23 июля, и мы снова приехали в Анапу. Посмотрите, сколько людей, что значит воскресенье. Вообще, людей очень много. Съезжается пол Краснодарского края сюда. Очень много. Вчера было пасмурно, а сегодня прям чудесная такая погода. Градусов, наверное, по 30, но опять дует ветерочек. Вода, можно сказать, чистая. Чуть-чуть вот вдоль берега Естина. А так вода чистая и на ощупь. Очень даже теплая. Василисочка, теплая вода? Теплая. Мы сейчас пойдем купаться. Наш нырок уже где-то там занырнул с градусником, с нашей уточкой. Сейчас придет, посмотрим, сколько градусов воды. А так вообще очень здорово. Прям красота такая. Ну, очень много народу. Ну, очень. Мы, кстати, не на центральном пляже, а немножко дальше, за вторым заездом нам на море. Это получается, ну, далековато. Мы шли, и все равно очень много народу. Ну, короче говоря, просто сегодня воскресенье. Завтра будет уже намного меньше. Но зато сегодня будут пробки. Пробки до Краснодара будут страшные пробки. Поэтому надо выезжать пораньше, в часа в 2 сегодня. Если выйдешь в 5, мы один раз имели такую неосторожность выехать в 5 вечера, воскресенье. Ехали домой 5 часов вместо 2:30. Так, ждем Славу, где она у нас там. Вот наш шнырок принес нам нашу уточку. В общем, сегодня получается 23,5 градуса. Вода намного теплее. Вчера я смотрела, позавчера видео Юры, он в Анапе фотографом работает, буквально 2 дня назад было 19. Так что сегодня замечательная вода, погода наладилась. Всем желаю хорошего настроения, такого, как у нас. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всех люблю. Пока-пока.